Как увлажнить воздух в квартире? Для этого в батарее вставляем горлышки от полторашек. Потому что донышки не вставятся. Они просто не сомнутся, а потом не распрямятся, когда будете их пропихивать между ребер. А горлышки вставляются нормально. И время от времени подливаете туда водички. Высыхает очень быстро, хочу вам сказать. Потому что испаряется тоже быстро. И еще нужно заткнуть отдушины, если у вас очень сухой воздух. Ну, там 30% влажность. Затыкайте отдушины.